информационным центром предоставляется всего 5 видов государственных услуг, и в том числе выдача справок о наличии судимости либо отсутствии судимости. Справку на судимость оставляют при поступлении на работу, на учебу. Обычно это запрашивают абитуриенты. И те люди, которые работают уже постоянно, и они как бы сведения свои обновляют в личных делах, для этого тоже запрашивают справки. В качестве меры, позволяющей предоставлять гражданам государственную услугу, мы оборудовали помещение, где установлены 3 рабочих места, где граждане могут подойти и сами самостоятельно, либо с нашей помощью, мы оказываем помощь сотрудникам, зарегистрироваться на портале госуслуг, подать заявление. Организован пункт подтверждения учетных записей граждан. Часы приема у нас с 10 до 12 каждый день ежедневно, кроме субботы и воскресенья, и с 2 до 5. У нас прием граждан проводится по улице Дзержинского, 10. Это старое здание МВД, остановка спортшкола. При подаче регистрации на портале госуслуг документы, необходимые документы, это паспорт, ну и сотовый телефон. По административному регламенту у нас сроки установлены 30 дней, но через портал госуслуг это происходит намного быстрее, до 14 дней. За государственную услугу, за справки у нас госпошлина не взимается, то есть это бесплатно. Если у человека есть уже и регистрация на портале госуслуг, то есть у него уже есть личный кабинет, он это может сделать самостоятельно через любой гаджет, сотовый телефон, компьютер, ноутбук, подавать сам уже самостоятельно из дома, с работы. При наличии доверенности человек может подать через другого человека, через его личный кабинет, с прикреплением обязательно этой доверенности. Регистрация на портале госуслуг и подача заявлений через портал госуслуг на самом деле очень просто и быстро.